Заполярные полицейские задержали наркоторговца. Мужчина, по словам стражи порядка, занимался распространением героина. Всего при обыске у задержанного полицейские обнаружили более 70 доз запрещенных препаратов. Оперативникам стало известно, что 43-летний мурманчанин торговал наркотиками прямо в своей квартире на улице Фролова. В одном из шкафов полицейские также нашли электронные весы, которые мужчина и использовал для расфасовки героина. Как пояснил задержанный, он сам употребляет наркотические вещества. Также стало известно, что ранее он привлекался к уголовной ответственности за совершение преступления имущественного характера. В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконное хранение, приобретение наркотических средств». Ведется следствие с санкциями данной статьи, максимальное наказание предусмотренное – это до 10 лет лишения свободы.